Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 7 класс. Модуль 4. Модуль 4. Page 35. Страница 35. In the news. В новостях. Before you start. Перед тем, как вы начнете. What do you look like? Как вы выглядите? Так как я не знаю, как вы выглядите, то вам придется выбирать. Итак, I am. Я tall, высокий, short, низкий. Если вы высокий, вы пишете I am tall. Если вы низкий, вы пишете I am short. Дальше. Thin, худой, plump, полный, slim, стройный. Ну, это для девочек. То есть, если это девочка, она может написать, что I am short and slim. Я низкая и стройная. Или I am tall, slim. Я высокая, стройная. А мальчик, если он худой, напишет I am tall, запятая, я высокий. Thin, худой. Russian teenager, российский подросток. My hair is, мои волосы, dark, темные, fair, светлые, blonde, блондин, brown, коричневый, black, черные. То есть вам придется выбрать, какие у вас волосы. Если светлые, my hair is fair. Если вы вообще блондин, my hair is blonde. Дальше. And – спайки, растрёпанные, short – короткие, long – длинные, wavy – волнистые, curly – вьющиеся. Вот и выбирайте, какие у вас волосы. Если мальчик, то наверняка short – короткие. Может быть, длинные – long. Дальше. My eyes are black. Мои глаза черные. Если у вас глаза коричневые, my eyes are brown. Если серый, my eyes are gray. Если синий, blue. Ну, если зеленый, green. Ну и лицо. My face is cute. Мое лицо cute – это симпатичное, приятное. Round – круглое. Thin – удлиненное. Pretty – ну, это для девочек. Pretty – это симпатичное, хорошенькое. Ну, если красивое, тогда beautiful. То есть, вот, выбираете из вот этих вот определений. Who is your favorite person? Кто ваш любимый персонаж, человек? То есть, кем вы больше всего восхищаетесь? What does he or she look like? Как он или она выглядит. What is he, she like? И какой он или она? Ну, опять же, я же не знаю, какой ваш любимый персонаж. Поэтому писать будете так. My favorite person is, мой любимый персонаж, это, ну, например, Ольга Бузова, Данила Козловский, ну, кто еще? Напишите сюда того человека, кем вы восхищаетесь больше всего. Дальше. Дальше описываете внешность. Если ваш любимый персонаж, которым вы восхищаетесь, это мужчина, например, актер Данила Козловский, тогда будете писать he. Если это какая-нибудь певица, типа Полина Гагарина или Ольга Бузова, тогда будете писать she. Is tall, высокий. Ну, если маленького роста, тогда short. With blonde, black, brown, fair hair. С blonde, блондин. Ну, если Полина Гагарина, тогда по-любому. She is tall with blonde hair. То есть она высокая и она блондинка. Если это Данила Козловский, he is tall with black hair. Он высокий с черными волосами.
Ну, если коричневые волосы, тогда brown, если просто светлые, например, fair. And brown, green, blue, black eyes. И у него, у вашего персонажа, которым вы восхищаетесь, коричневые там или зеленые, синие, черные, ну или серые, grey, глаза. Вот вы уж сами выберете. He или she, он или она, is slim, стройные, fat, толстые, thin, худой, well built, с хорошей фигурой. То есть, если мы опять же о Полине Гагариной, тогда she is slim, она стройная. Если это, например, Данила Козловский, he is well built. Он хорошо сложен, то есть с хорошей фигурой. Ну вот мы более-менее описали внешность. Теперь дальше нас же спрашивают, какой он, то есть по характеру. He или she, он или она, is determined. Determined – это амбициозный, то есть нацеленный на успех. Решительный, можно даже так сказать. And creative и креативный. Или, если хотите, добавьте imaginative с богатым воображением. Brave – смелый. Clever – умный. Artistic – артистичный. Вот и выберите из этих вот прилагательных то, что вы считаете наиболее подходящим к тому человеку, которым вы больше всего восхищаетесь. Look at module 4. Посмотрите на модуль 4. Find the page numbers for pictures 1-3. Найдите номера страниц для картинок 1-3. Picture 1, page 38. Картинка 1, страница 38. Picture 2, page 37. Картинка 2, страница 37. Picture 3, page 41. Картинка 3, страница 41. Find the page numbers for. Найдите номера страниц для. Newspaper headlines. Газетные заголовки. A news article. Новостная статья. An interview. Интервью. Teen magazines. Молодежные журналы. Newspaper headlines. Газетные заголовки. Это 38, страница 38. A news article, новостная статья, page 40, страница 40. An interview, интервью, page 38, страница 38. Teen magazines, журнал для подростков, page 41. Страница 41. Listen, read and talk about. Вы услышите, прочитаете и поговорите о. Types of media. О типах средств массовой информации. Emotions. Об эмоциях. TV programs. О телевизионных программах. Teenage magazines. О журналах для подростков. Learn how to. Узнайте как. Remember grammar structures. Запоминать грамматические структуры. Decide on what TV program to watch. Решить, какую телевизионную программу смотреть. Give and react to news. Подать новость и отреагировать на нее.
Write headlines. Писать заголовки. Practice. Попрактикуйтесь. Past continuous and past simple. Во временах прошедшее продолженное и прошедшее простое время. Word formation. Forming adjectives from verbs. Словообразование. Образование прилагательных от глаголов. Phrasal verbs. Фразовые глаголы. Go. Pronunciation. Произношение. Звук «э», «а» и «э». Reading rules. Правила чтения. С букв «a», «a» и «i» плюс «r» плюс «vowel» плюс гласный звук. Write – make. Напишите – сделайте. A newspaper front page – первую полосу газеты. A news article – новостную статью. A short radio program – короткую радиопрограмму. A news story – новостной рассказ.